Урок физики – этот предмет в школе многие дети побаиваются. А еще больше говорят, что не очень понимают, все очень сложно и на уроках бывает просто скучно. Однако мы движемся, перемещаем тяжелые предметы, пользуемся электричеством, телефоном, техникой, носим линзы и очки. Все это физика. Она присутствует в нашей жизни постоянно, непрерывно и круглосуточно. Все, что происходит вокруг нас, взаимосвязано, влияет друг на друга и подчиняется законам физики. Однако многим дошкольникам не просто понять эту взаимосвязь. Чтобы уроки физики стали более интересными и понятными, в эстонской основной школе Сил Ламяя организовали рабочие комнаты, в рамках которых изучают законы физики опытным путем. Физические опыты в занимательной форме знакомят учащихся с разнообразными применениями законов физики. Занимательные опыты углубляют и расширяют знания учащихся, способствуют развитию логического мышления, прививают интерес к предмету. В этом учебном году в Силамяевской эстонской основной школе проходили рабочие комнаты по физике. И цель этих занятий, чтобы у детей было бы больше интереса к изучению физики. Рабочие комнаты проводит руководитель Центра школьной физики при Тартуском университете Кайдо Рейвельд. Участвуют в программе ученики 7 класса и некоторые ученики из 8 и 9 классов. Это совместный проект Синемяйской основной школы. И они тоже участвуют в этом проекте. Всего по проекту у нас запланировано 7 встреч. И на этих занятиях у детей есть возможность проводить разные опыты и эксперименты, чтобы ближе познакомиться с наукой, физикой. Мы ездим по школам, и наша цель как раз познакомить ребят с физикой с такого угла, чтобы заинтересовать детей. Потому что физика все-таки достаточно сложный предмет. Он как бы сложный для всех, кто его только начинает изучать. Самое главное — найти подход. Чтобы занятия были более интереснее, мы стараемся делать больше опытов и экспериментов на уроке. И мы надеемся, что в таком случае у детей будет интерес и будет легче заниматься физикой. Будет нравиться им физика. Мы пытаемся быть более практичными и делать именно практические работы, чтобы здесь был интерес у ребят, чтобы были интересные и, может быть, даже смешные опыты, чтобы именно появился у ребят интерес к предмету. Сегодня, например, мы стараемся понять, если человек окажется в подводной лодке, и она пойдет на дно, как можно оттуда выбраться. Для нас очень важно, что все, что мы делаем, было бы именно на практике, чтобы каждый мог попробовать, потрогать и сделать свои руками. На самом деле, все, что изучается в школах, это очень интересно. Если уметь это грамотно преподать детям, то и у них появится интерес. Если просто читать книгу и читать эти желтые правила, которые в учебниках, то тогда все это достаточно скучно. Здесь, конечно, зависит многое от учителя. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.